Уважаемые друзья, всем огромный привет! Сегодня мы с вами в гостях у Galaxy Book. Galaxy Book – это книжный магазин, но не простой. Здесь можно найти очень много всего супер интересного. Дамы и господа, итак, хочу представить вам команду Galaxy Book. Welcome! Ну что, давайте знакомиться. Директор магазина, его зовут Абдулла. Абдулла, у вас так интересно, столько всего, столько книг. Откуда они берутся у вас? Вы заказываете, вы привозите, рассказывайте нам. Да, сейчас ребята расскажут нам, откуда и почему. Давайте знакомиться с ребятами. Ребята, привет! Меня зовут Кристина. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анна. Я сотрудник новый в этом книжном магазине. Я его нашла случайно, я сама была клиентом. Но мне так понравилась эта атмосфера дружелюбная, что я решила здесь работать. Супер! Мадам? Я Нонна. Очень приятно, Нонна. Проработала в Galaxy Book 2.5 года. Ух ты! Да. А сколько всего существует этот магазин? Сколько лет? 4 года. 4 года? Господа, 4 года. Представьте себе. Так, это не совсем реклама, а это просто уже как stating effect. Сэр. Меня зовут Дмитрий, я тоже новый сотрудник. Я занимаюсь SMM, social media marketing, для магазина Galaxy Book. Замечательно. Как вас найти в social media, сэр? Впишите Galaxy Book, у нас есть страница в Facebook, в Instagram и также 2 телеграм-канала, новости и чат. Супер, то есть это просто в поисковике забиваешь, да. Galaxy Book Батуми, Джорджия или просто Batumi, Galaxy? Батуми, по вот, городу. Вот, господа, маленький нюанс, Батуми, не забывайте, где вы находитесь. Итак, and you, sir, okay? Меня зовут Крис, я... Кристина, nice to meet you. Oh, nice. It's a twist, now it's Крис. I've met you. Sweet, unbelievable. Крис and Hugo Hart. Yes. Et je suis le professeur de français dans la librairie ici, donc vous pouvez venir parler ici dans la librairie d'Abdullah avec tous les amis. Merci. It's incredible. So we're having the professor of French right in here. What is it for? How come we found this shop? Because the shop found me actually. That's the story behind it. Because the books and the culture always connect good people, I think. 100%. Yes. Okay, so what type of books we are having? Может нам на каком языке, русский, английский? Разницы нет. Okay. Итак, какие у нас здесь книги? Какая у нас специфика? Господа, это история, это что? Это детские книжки. Искусство. На самом деле у нас есть все. Так. На любого читателя, абсолютно на любой вкус. Они даже могут заказать клиенту, у нас индивидуальные книги. И они приезжают через 2 недели. Ага. То есть ваш магазин заказывает на себя, а потом вы предоставляете клиенту книгу, которую он хочет. У нас есть также и на русском книги, и на английском очень много книг, и, конечно, грузинском. Потому что мы его совсем недавно пытались найти и пошли даже в эту библиотеку нашу потомскую, в которой нет абсолютно ничего. У нас еще есть система буккроссинга, пожалуйста, поподробнее. Обмена книг, вы можете принести ваши книги и забрать другую книгу к себе. Книги у нас в разных состояниях, люди приносят из дома книги, которые, допустим, уже старые, им хочется просто, как друзья магазина, помочь нам развить эту систему. Система довольно популярная. Люди приходят, приносят свои книги, забирают другие. Также мы смотрим на состояние книг. Допустим, если человек приносит новую книгу, мы позволяем ему забрать, допустим, в более лучшем состоянии и так далее. Классно. А вы, скажем так, фиксируете, если они порванные там? Ну, нам не приносят очень порванные книги. Мы их просто не принимали, если книга разваливается. Ну, конечно, мы следим, чтобы книги не портились на полках, чтобы все, они не были обшарпаны. Да, да, да. Да. То есть в среднем срок доставки книги? 2 недели. Это довольно быстро.
Это довольно быстро, господа, примите это к себе. Откуда вы, расскажите нам немножко о себе? Я из Туркменистана, я Хазабы, солнечная Хазабы, да. Но уже, в общем, 4 года в Батуми, и Батуми мне очень нравится. Но в Ашхабаде тоже у меня книжный магазин, сеть книжных магазинов, который называется Island Kitab. Это в переводе то же самое Galaxy Book. Galaxy Book. Да. Вот так, господа. Galaxy Book. Запомните. Да. Как вам батумские дожди? Не надо, да? Ну, конечно, есть период, когда очень их много, да, но... Это слово, это точно, это правда. Отдельное слово хочу предоставить нашему оператору. Господин, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Кундо. Тина еще нам расскажет про что можно у нас еще, кроме книг. Но мы можем заказать открытки из магазина, онлайн-магазина Биу-Биу, который находится, основан, так сказать, в Тбилиси. Он относится к культуре Грузии, там много открыток с рисунками вина, от хачапури и так далее. Мы также можем, продаем канцелярию и также учебники английского языка и немецкого. Также магазин Galaxy Book может предложить вам новую систему, которую мы сейчас развиваем активно. Это то, что при покупке книги вы получаете бесплатно кофе или чай на ваш вкус. А с молочком или без? На ваш вкус. Вот. Если вы не купили книгу, у нас также есть фиксированные цены, за которые можете прийти и купить у нас кофе или чай, потому что мы обещаем вам, что он будет очень вкусный. Также, если вы первый раз в нашем магазине и покупаете книгу, вам полагается 15% скидка на уже следующую покупку. Отлично. Wonderful saving. У нас очень атмосферно, вы можете прийти к нам, поиграть на пианино и здорово провести время в хорошей компании. Просто отдохнуть и просто попить кофе, либо тишиной, либо общением со своими друзьями. Да. Спасибо огромное. Ну что, господа, спасибо за ваше внимание. Приходите, встречаемся. Спасибо, Кристина, нашла нас. Да. Юлечка, спасибо тебе, дорогая. Спасибо за ваше внимание. Приходите в Galaxy Book. До встречи.